Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Информации на самом деле сейчас мало не бывает, потому что слишком большие скорости. И нам желательно удерживаться на волне света. Поэтому столько идет информации, тем более в конце года, тем более в конце эпохи. Сегодня я вашему вниманию предлагаю еще одну тему о портале 11.11. Портал мастерства. Это происходит только один раз в год, когда врата 11.11 открываются высшие вознесенные царства. В нумерологии 11 означает уровень мастерства, представляющий божественное знание, интуицию, священный союз, инь-янь и просветление. Когда вы подключаетесь к порталу 11.11, вы становитесь мастером собственной судьбы. Еще больше осваиваете воплощение души и внутреннее руководство. 11 ноября звездный портал 11.11 создает мощную, превышающую обычный порог, точку, которая продвигает вас в следующую фазу мастерства души. Когда вы проходите через космические врата, вы испытываете редкий момент повышенной ясности и связи с вашей собственной божественностью. 11.11 – это священный код Вознесения, который активирует нейронную сеть в мозге, открывая его для более высоких измерений духа. 11.11 – действует как схема подключения цепей многомерного энергетического потока, который загружается в систему человека и планеты. 11.11 символизирует соединение между собственным «я» и другими «я», между инь и янь, между человеком и душой. Это объединитель, эквалайзер. 11.11 инициирует больше баланса и равенства в мире. Когда вас касаются коды вознесения 11.11, вас пробуждается мастер света, которым вы являетесь. Число 11 также представляет две колонны, два стержня, врата, которые открывают прямой портал между третьим измерением и пятым измерением и далее. Последовательности кода 11.11 активируют быстрое преобразование, где бы вы ни сосредоточили свое внимание и намерение. Это мощный момент для рождения жизни вашего личного вознесения и планетарного 5D поля сознания единства. Небесные звездные врата обеспечивают массовые сверхобычного порога переходы во временные рамки вознесения к божественному просветлению. Во время пиковых вливаний звездных врат вы открываетесь обновлением кристальных кодов света, квантовым активациям ДНК и ускоренной эволюции. Присоединяйтесь к другим, несущим свет, работникам сети и звездным существам по всему миру, так как 11 ноября формируется групповое поле, портал глобальной активации 11.11. Дышите в небесном свете. Увеличивайте сверхизлучение вашего тела. Преобразуйте свою личную и планетарную реальность.